Без хороших специалистов невозможно представить себе работу и развитие любых предприятий и организаций. Как говорят, кадры решают все. А готовятся они в том числе и в Славянском электротехнологическом техникуме, где заинтересованы, чтобы эффективность их деятельности повысилась. Этому способствует проведение дней открытых дверей. По информации Славянского центра занятости, наибольшая потребность в кадрах в сельском хозяйстве. Для того, чтобы снизить остроту этой проблемы и сделать так, чтобы подготовка специалистов отвечала требованиям современного производства, в Славянском электротехнологическом техникуме состоялся день открытых дверей для представителей агропромышленного комплекса муниципалитета. Директор техникума Александр Осмачкин приветствовал приглашенных и предложил им прежде всего экскурсию по учебному заведению, чтобы познакомить их с имеющимися возможностями и материально-технической базой. Какова наша цель? Наша цель, пообщавшись с вами, понимать более точный запрос работодателя относительно качества подготовки кадров. В рамках этой встречи обсудить те вопросы, которые складываются на сегодняшний день между системой среднепрофессионального образования и работодателем. Поскольку не раз и не два на разных уровнях озвучивается вопрос о нехватке квалифицированных рабочих кадров. Поэтому в рамках сегодняшней встречи мы с вами сейчас проведем экскурсию по технику, покажем нашу материально-техническую базу. Представителям работодателей рассказали о лабораториях и мастерских отделения механизации автотранспорт. Обучающиеся продемонстрировали мастер-классы по выполнению работ профильной направленности. Более чем за три четверти века своей истории техникум сумел накопить богатейший опыт. Его главное достояние – это люди, преподаватели, мастера производственного обучения. В ходе обсуждения на круглом столе были подняты вопросы, касающиеся федерального проекта «Профессионалитет», проблем трудоустройства молодых специалистов и пути решения. Говорилось о важности участия работодателей в проведении демонстрационного экзамена, а также группового или индивидуального наставничества. В ходе встречи со студентами представители социальных партнеров рассказали будущим выпускникам о направлениях деятельности их предприятий, условиях работы и оплаты труда, карьерном росте. Итог мероприятия – укрепление и развитие дальнейшего сотрудничества. В технику нарабатывается хороший опыт взаимодействия с работодателями, что, конечно, повысит ценность и нужность подготавливаемых здесь молодых специалистов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».